В Национальном историческом музее проходит уникальный новогодний выставочный проект под названием «Музей елочных игрушек». Здесь представлена большая коллекция одного из известных коллекционеров, Андрея Бегуна. Он путешествует по разным странам, и из каждой страны, например, там, будь то Азия, Европа, либо Америка, либо Южная Америка, он собирает уникальные экспонаты и представляет их для наших белорусских зрителей. Можно посредством различных елочных игрушек из разных стран увидеть, как традиционно празднуется Новый год, например, в Австралии, в Перу, в Китае, в странах Африки, в Америке. Здесь представлены не только сами по себе, вот как в нашем понимании, елочная игрушка, но и различные предметы интерьера, именно новогоднего интерьера. Выставка является таким сказочным лабиринтом, где можно пройтись, увлечься каждой елочной игрушкой, открыть для себя небольшое новогоднее вдохновение, а также приобрести любой фактуры и цвета елочную игрушку себе на новогоднюю елку.